Волгограду вернут одну из его главных святынь. На днях в городе началось возведение собора в честь святого Александра Невского, храма, разрушенного большевиками еще в 1932 году. Работы начались с традиционного молебна. Его совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Центральное место Волгограда – площадь павших бойцов, которая когда-то называлась Александровской, стала строительной площадкой. Сейчас тут роют котлован. Но перед тем, как ковши начнут свою работу, звучит молитва на начало благого дела. Шестикупольный собор планируется построить за 4 года. По проекту он будет максимально приближен к облику храма Александра Невского, взорванного в 1932 году. О восстановлении собора говорили уже давно. В 2003-м был заложен первый камень в основании будущей постройки. Но только 13 лет спустя идея начала воплощаться в жизнь. Прошу всех вас, дорогие братья и сестры, помолитесь об этом. Потому что ничто, как молитва к Богу, подателю всяческих благ и исполнителю наших лучших надежд. Никто, как Бог, поможет нам восстанавливать. По плану котлован для фундамента будет готов к апрелю. Тогда же состоится торжественная церемония закладки первого камня нового храма. Станет не только некой местечковой святыней для православных людей, но это будет культурный центр для всех горожан волгоградских и для всех вообще жителей Волгоградской области. Предшественник будущего храма был высотой около 54 метров. Его строили около 15 лет и осветили в 1918 году. Чтобы максимально точно воссоздать исторический облик собора, для фасадных работ будут использованы кирпичи необходимого параметра и качества. Кирпич глиняный, обжиговый, коринфский. Материалы, те, которые применялись в начале 20 века, в 1901-1914 годах. Но особенности есть, связанные с новыми нормами по пожарной безопасности. Собор Александра Невского по проекту сможет одновременно вмещать около 1800 человек и станет еще одним местом Божьего присутствия на Волгоградской земле.